Дмитрия Шимановского, но сделали это не по правилам. Передача направо от Гусакова. Шимановский пробрасывает себе мяч на ход, обыгрывает одного, второго. Передача на Бекновский, слева пройдет, то Слонян справа. И снова Шимановский. Шимановский удар, спасает. Лебеденко. Лебеденко, потом прострел, передача на Черныша. Черныша, правда, в сторону справа. Передача направо на Черника. Только здорово, Черника убирает, все понятно, Пинчук удар. Поляк показывает Пугачу, что нужно еще дальше, еще глубже проникать на половину соперника. Выход 1-1, удар. Классно обыграл вот только что Пугача. Дает передачу на Колба, передача на Тайлю, Гусаков. И Поздняк вступает в игру. Маргарянца побежал, выход 3-1. Маргарян направо на Гусакова, Гусаков налево. И, ну, по-прежнему у Камельчан, но Гусаков. На Колба, Колб выставили. Плотный удар. Это болельщики гомельской дружины. Шимановский, мощно. Страшно. Не произошло. Еще эпизод. Классный момент. Маркенко штат пробивает. Хорошо разыграно. Метлушка прострелил. Какая метлушка направо.